Сейчас ты не замерзла еще? Нет. Покупаем сказы и сказки. Почему внутрь не заходите? Не пускают. Пришла в магазин, хотела там книжечки в тамбуре продать. То охранники вышли, и они мне говорят, уходите, иначе мы милицию вызовем. Бумага у меня самая обыкновенная газетная, потому что я книжку издавала за свой счет, за счет пенсии. И злые, и говорят, вот Рой то, что стоит, как милостину собирает. А я им говорю, что я продаю свой труд. Бездонное озеро, сказы и сказки. Это у меня планируется. Говорил только о ней. Нам стали поступать звонки просто из разных уголков мира. Мне пишут ВКонтакте, в Фейсбуке.